27 апреля в Десногорском историко-краеведческом музее открылась выставка «Флотоводцы Победы. Военно-морской флот в годы Великой Отечественной войны». Экспозиция открыта совместно с Десногорским морским собранием и посвящена морякам, которые героически отстаивали морские рубежи своей родины. Эта выставка организована нашим председателем Терентьевым Александром Арефьевичем во знаменование очередного праздника Дня Победы. В основе выставки уникальный материал – имена, достижения и биографии советских адмиралов военно-морского флота. Долгое время эта информация оставалась засекреченной, и только после распада Советского Союза стала доступна широкой аудитории. Но адмиралов у нас в Советском Союзе, вот здесь сказали, уже больше 100, их было 149 человек. Первыми зрителями выставки стали ученики средней школы номер 3 и юноармейцы. От ветеранов морского дела они услышали о главных событиях в истории военно-морского флота, о боевых возможностях кораблей, которые наводили страх на противников. У нас был лозунг морской пехоты: «Там, где мы, там победа». И немцы в Великую Отечественную войну нас называли «Черной смертью». Выставка открыта до 1 мая, после чего отправится в другие города региона. Организаторы планируют передать выставочные стенды и в другие города бывшего Советского Союза, где существуют морские собрания.